Когда я был маленьким, друзья мои, я вообще как бы не очень любил старость. Я к бабушке не хотел подбегать, она хотела меня поцеловать, а мне было как-то неприятно, страшно вообще старости. Потом я считал, что в старости вообще-то ни у кого ничего не болит, они настолько... Старики, это старики. То есть, что для меня был старик? Старик — это значит уже после 40 лет, это уже старик. И, фу, оно все такое некрасивое абсолютно. Вот молодое, с щечками, как у моей Насти. Щечки красивенькие, глазки. Вот это здорово, да, такое мяско. Молодой поросенок — это все, ну, видите, да, молодой поросенок, он всегда такой красавчик просто. Ну. Да. И я думал, что не болит. Оказалось, что совершенно иначе. Я начал много общаться с людьми. У меня были курсы, тренинги, всевозможные. Это самое. Оказывается, в старости у человека начинает болеть еще все больше. И количество болячек увеличивается. И не у всех есть деньги, кстати, на сильные обезболивающие. У меня есть знакомые богатые люди, которые потребляют большое количество очень дорогих лекарств. И действительно, я вижу определенный... эффект от этого, они постоянно позитивные, они все такие, знаете, как наркоманы. Наркоман он дал, и у него ничего не болит. Вообще они, да, такие, шустряки такие, прям как Пиноккио, лазят. Да, вы представьте себе себя с зажатыми в двери яйцами. И так происходит 24 часа в сутки. Скажите, как к 70 годам человек может стать не маразматиком? Когда он просто-напросто уже ничего не соображает, когда он на 68% состоит из микропаразитов. Потому что они уже построились, в ногах, у которых ужасные, страшные, да? Они построились в этом беззубом рте, они построились в легких, в печени, в почках, в толстом кишечнике, везде. Человек не ходит в туалет по 10-15 дней, да? Как вы считаете, не придет здесь маразм, да? Как это выдержать? И поверьте мне, что смерть для этих людей — это очень большое облегчение. Поэтому каждый для себя должен выбрать, как он хочет закончить эту жизнь. А она заканчивается, друзья мои, я вам по секрету скажу. Она заканчивается. Потому что я помню себя еще в коротких штанишках, как я измазал рубашку, перелазя во двор школы. Я очень хорошо помню эту белую рубашечку, которую мне мама погладила, да? А там смола была. И вся рубашечка — это был полный аншлаг. Поэтому берегите здоровье с молоду. На сегодня все.